Сезонно не концентрат, грам концентрат на м'яч, рядку до 2-2. Сапорот, не сапорот, ка стермін ушор м'яч контр нас, сам та двер бець, сау батут по на урма. Планує на антрата, ніщо тип фази, кари, пати, треба з фій гол. Ла є антрат май мульти, пати хто ати. Ну, știu, care момент probabil, după penalti, probabil. Dar nu cred că asta ne-a demotivat cumva. Scorul 2-2 după prima repriză nu era o problemă. Cred că de ieșit în a doua repriză și de bătut și de câștigat. Însă, nu știu, probabil am puțin noroc nu ne-a ajuns. Puțin noroc și fericit băieți cu câștigul de merit. Probabil s-a luat revanșul de data trecută, nicio problemă. Я не мой. Я хочу зайти быстрее в раздевалку и покричать, обнять пацанов, потому что такие победы, когда такой интересный матч, когда голы идут в разные стороны, потом ты можешь себя перебороть и соперника, и добиться еще и с таким разрывом в три мяча, то это дорогого стоит, то есть это хороший потенциал у команды, это правильное направление, и мы будем по нему также идти, потому что оно приносит свои плоды. В перерыве я сказал ребятам, нас наградит наша работа, наши труды нас наградит. И мы еще вышли увереннее, еще трудолюбивее. Вот мы боролись за каждый дюйм, как тот Аль Пачино говорил, за каждый дюйм. Вот так мы добились победы сегодня. Вот ингредиент, который раньше не был, но сейчас он есть, и вы победили. Ну, я думаю, что сейчас это сплоченность команды. Это, наверное, самый главный такой сейчас аспект в команде. И понимание друг друга, чувства вот друг друга. Вся взаимосвязь вот внутри игроков, то есть приходит в целом это в авангард ВПМР, так скажу. То есть это сейчас самый классный ингредиент победы, авангард ВПМР.